Всем привет, друзья! Это Фазмофобия. Мы продолжаем играть. Это Женя, это Даша и рандомный чел. Я, короче, беру радиоприемник. Никто не возражает? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Прикольный, это самый голос пацана. Так, определите тип призрака. Остановить призрака при помощи распятия. Кэрол Робинсон. Призрака детектора МП надо и сфоткать. Как зовут? У нас Карл есть Робинсон. Кэрол, а не Карл. Кэрол Робинсон. Остановите призрака. А распятие возьмете или как? Я взял уже распятие. Там с помощью чего? Я взяла МП, ну я всегда, я отвечаю. Ребят, у нас две минуты, у нас средняя сложность начинается. Я понял. Фоткать нет, надо я объясняю просто. Ой. Все, беру камеру. Ой, куда я поперлась? Я взял камеру, нормально, побежали. Я взяла дневник. Давайте. Проверка, так, я взял распятие. Температуру кто-то взял, нет вообще? Я взяла термометр, и я взяла... Блин, уже вырубили? А что вы рацию не взяли? Рацию что не взяли? Ебать, тут темно так. Вырубила уже. Датчик. А. Фух, бля, ладно. Ну пойдем. Кэрол, надо. Ты знаешь, Жень, как мы нашли вчера, как повезло. Так. На втором этаже школы была открытая дверь. Да. И таким образом там действительно был призрак. То есть все двери заперты, а ты... Кэрол Робинсон. Ох, какой эхо. Ох, какой... Такой, знаешь, как в цементной комнате, блядь, как... Нет, как в гараже. Автосервис. Из металла. Так, я вот пошла это, с помощью температуры мерить пока. Давай. Может, не надо нам знак? Рановато, наверное, да, знак. Да, две минуты. Нет. Дай нам знак. Начинается. Слушай, а я, по-моему, камеру брал. Или нет? Что-то я херу. Здесь не холодно, иногда вот здесь вот, где ведра вот эти вот, иногда здесь холодно бывает. Ну, тут 16, не, сейчас нормально. А, да? Слушайте, хорошо. А кто как выглядит? Я помню, что Олег рыжий. Я этот, челкастый. Челкастый. Я вас уже потеряла. Челкарь. Я же хожу с дневником, я хожу, и с МП. Ну, смотри. Спуск вниз у нас вот прямо по коридору. Я вот карту помню, более-менее еще. Мы вчера хотели школу тоже запомнить. Мы запомнили, потом ребята решили свернуть в другое место. Слушай, и я а чего запомнил. Этот чел ушел куда-то? Чего все ходим и шли? Я вот слышал. Фонарь наш. А что нельзя? Подожди, ты челкастый такой, да? Из как я челкарь, да. Ой, это ты? Из 2007-го, да. Подожди, а где вы? Я что-то... Мы по лестнице мы идем. Мы в подвальчике. Женя, идем в подвальчик, идем искать призрак подвала. Я слышу, как вода просто течет. Течет вода, время как вода. Че это за звук? Это ты рыжий? Да. Бесстыжий, а? Так, туда идем прямо. Так вы за светом, типа, да? Да, мы за мечтою, за светом. Мы за светом. А что за фризы? Какие-то под фризы? Я тоже вижу фризы. Ну, типа ж большая локация. Спокуха. Что-то мне уже страшно. Открывайся. Что-то ты как-то... О, вода, нужна вода грязная? Где? Что, уже она вообще была? Нужна вообще вода, нет? Вообще она нужна, нет? А, нет. Не, все, забей. Carol. Ты этого не видел. Если что, мы в подвале. О, прикольно, кстати, пофиксили. Что пофиксили? А рация стала лучше работать. Ага. Так она вроде и так неплохо. Зачем туда идёшь? Вот так. Не пофиксили, нет? Так, Женя. Ау. Серьезно? Это, наверное, наши. Это мы кринджанстон делаем. А если я сделаю вот так? Что-то у Кэрол голос капец, конечно. Что-то Кэрол как-то прокурилась, пропилась. Вы не туда идете, господа. Кэрол. Ну мы смотрим, фиксируем. Мы же ищем, где температура. Но МП вообще никак не бум-бум. А ты где вообще? А теперь нельзя одновременно нести крест и светить фонарем, да? Можно. На Т. Можно. А, на Т-шку, да? Неси крест, свети фонарем. На-на-на-на-на. И как тебе с пустой рукой идти? А, нет, крест у тебя есть. Слушай. Вот у меня крест и фонар. Будьте внимательны, если открытая комната, значит, нам туда. Это же я открывал. Ты тут не мог быть, потому что я первый шел. Так мы же круг сделали, нет? Нет, тут нету круга. Так, тут, по-моему, свет. Да, сейчас врублю. Давай. Свет. Чувствуешь профессионализм играющего, да? Ну и все, да уже видно, начали. Да видно, что задруты такие. Свет работает, может включать. Прекрасно. Включать. Да. А где, подожди, где посветить, где его тут включить-то? Вот здесь, возле, обычно врубил, возле косяков. Каких косяков? Да. А, это про дверь. Все, вырубили? Опять? Классно. Опять пробку вырубили. Значит, боится света, скотина это, да? Готово. Это демон, что? Нет, что? Подожди, что демон. Демон камера. Боится. Камера есть. Камера. У меня есть камера, да, если что. Нет, тут есть камера. Кэрол. Ох, ты что делаешь, Женя? Женя, твою мать, включите свет, ребят. Некоторым призракам нужен свет. Сука. Некоторым призракам нужен свет. Ой, вот еще дневники. Кто поразбрасывал дневники?
похер. Дай нам знак, на. Хэрол, ну смотрите, вы знаете, что бабы тут очень стрёмные призраки. Давай я попрошу ее дать нам знак. Давай, как давай. Как ее зовут? Кэрол? Кэрол Робинсон. Кэрол Робинсон, дай нам знак. Ее тут нет, это не ее комната. Дай нам знак. Дай нам знак, сука. И свет потух. Ну все, нет? Иди. А, нет, нет, что врете-то, не, не. Обманываете еще. Да что врешь-то, а? Слышь, ты что такое? Неправда вообще, обалдеть. Нам в другое крыло идем. Не ври больше мне. Ребята, а наш товарищ жив? Товарищ, ты жив? Меня пугает тень от креста, я иду, крест впереди меня. Зашибись, блин, глюки. Меня пугает тень от креста. Та-та-та-та-та-та-та. Ай, стрёмно. Ну мне стрёмно здесь. На пути моем тень от креста. Я пытаюсь не пугать. На спине купола. Ла-ла-ла-ла-ла. На спине купола. Ребята, а что это вы так целенаправленно-то пошли? Песня. Мы ищем, ищем, Дашка, мы ищем. Вот здесь смотри, попробуй здесь зафиксируй. Что тут зафиксируй? Фиксирую. Кого? Кого? Тоже я только хотел спросить. Кэрол! Ты что ты орёшь-то? О, свет врубился. Я врубила свет. Я сказал, боже мой, врубил. Что? Да, мы поняли. Тебя не теряли, бро. Так, идем наверх. Давайте, что-то внизу вообще не хочется. Думаете, она наверху? А я сейчас хотела бы сходить посмотреть вообще, какая-то акция. А здесь есть второй этаж же, правильно? Нет, это второй, ну, типа... А, то есть подвал и первый этаж, все. Тебе мало, Жень? А где бы ты хотел, Жень, лежать? На первом этаже или на цоколе? Огня. Я хотел бы на цоколе. Ребят, вода. Цок-цок-цок-цок-цок. Да. Я лежу с тобою, цок-цок. Вода течет, кстати. На цокольном цок-цокаем мы. Цок-цок. Что-то тут как-то сыкотно. О, грязная вода, смотрите, вот, Сань. Да. О, три! Два. Во, она здесь. МП здесь, Кэрол, двоечка. Кэрол. Подождите, я могу положить, подождите. Кэрол. Да. Дай нам знак. Дай нам знак, Кэрол. Как там фамилия, Робинсон? Кэрол Робинсон. Кэрол Робинсон, дай нам знак. Я дневник бросила. Пять МП! Пять МП здесь! Пять МПшки! Пятерка? МП на пятерке, фиксируйте в дневнике. О, она тебя закрыла, все, хана тебе. Не надо. Женя, ты где? Я здесь, в коридоре. Возле меня, да? Сиди, главное, светить в другую часть коридора. Женя, ты где? Женя, ты где? МП пятерка, уровень 5. Есть. А дневник она не написала? Я бросила, вон же лежит. МП уровень 5, справа, вон. Потом что не? Она еще? Не. Закрой дверь, может, она стесняется писать. Минусовка была? Кстати, нет вообще? Давай я тоже выйду, закроем дверь. Минусовка была, да? Да, нет, было 3, по-моему, не было минусовки. О, парнега этот пришел сюда. Да. Не найдено. Надо нормально. Температуру померить. Так. Как Кэрол Робинсон? Кэрол Робинсон, дай нам знак. Так там надо кричать. Дай нам знак. Я понял. Кэрол Робинсон, дай знак. Дай нам знак, сука. Нет ответа, пишет. В смысле нет ответа? Кто пишет нет ответа? Кэрол Робинсон, блядь. Я ему говорю. Она написала тебе, нет ответа. Давайте каждый в кабинку зайдет и закроется. А можно открывать, да? А что двери хлопают-то? Не знаю. Выгоняет нас, видимо. Слушайте, а тут свет вообще включается, нет? Нет. Или она офнула? МП. Убежала, наверное, уже. Так, подожди, надо типа выйти, может, поговорить не так. Давай. Может, давай. Пятером... Зайди один в комнату. Хорошо. Да. Так пошли посмотрим. Жень, куда ты ушел? Давай. Да я здесь по соседней комнате просто смотрю. Кэрол. Тут вода грязная в двух уже. О, чё? Написано please help. Это кто писал, интересно? В смысле, в дневнике? А, нету, нет, на стене please help написано. А, это разработчики написали. А, ладно, я думал, мало ли, может, дай нам знак, знак, знак. Дай нам знак. О, дает знак, вода выключилась. 2 МП. У меня 2 импульса этих. А дневник не написала? Нет. Дай нам знак. Отпечатки есть, нет? Mm-mm. Ну смотри, вода прекратила течь сама. Но и это не показывает. Показатель. Ну я имею в виду, его тут никак не указать. Пока. Слушайте, а камеры кто взял? Поставьте камеру. Может призрачная аура будет? Ну одна улика уже есть, уже хорошо. Опять вода пошла. Нет, это эвразия. Слушай, а пара не было, да? То есть у нас там, получается, не отрицательная. Нет, пара не было. Давай поставим в этой комнате камеру просто. Давай. В туалете. Вот ставь прямо на толкан сюда. А вода есть до сих пор, вода по-прежнему есть в двух раковинах. Темная. А ультрафиолет, сейчас я спрошу. Отпечатки есть? Пол. Я спрошу. Пол. Спасибо. Отпечатки были или нет? Ультрамарин за тело. Кто светит ультрафиолетом? Вот наш товарищ. А. Ну и что тут у нас? То есть дневник она не пишет, вода была. Так ставьте эту камеру. Я же так не делал. У кого камера?
У меня только это для фоток призрака. И у кого камеры-то? Конфига. Кто-то же говорил, что взял. Я взял. Да, Даша говорила, что... я взяла. Нет, я взяла дневник и МП. Ну, ладно, пошли за камерой. Пошли за камерой. О, вода включилась опять. Пошла в... Вот вам знак. Скажи, Даша, ты же можешь говорить тоже. Что я один говорю? А что дай нам знак, сколько тебе дай лет? Дай нам знак. Вы... Сколько тебе лет? Кэрол, Кэрол, сколько тебе лет? Не стрёмно. Слышь, алло, Кэрол. Леша, сколько лет тебе? Подожди что? Меня, я хочу с тобой пойти за камерами. Чего ты должен кого-то ждать? Никого не будешь ждать. У меня нет фонаря. А, наша песенка хороша, да? Вообще. А, ну да, что, так сложно меня сопроводить, да? Конечно. Я так и поняла. Кэрол. Жалко, что нет три руки, да, Дашуль? Да, а лучше еще в зубах держать. Не, ну я же тебе говорю, можно всегда брать на Т. Да, я знаю, но ты можешь только три предмета взять. Все, свет вырубили. Опа. Я вижу ее. Она появилась. Вот она, вот она. Вон она, вон стоит, курица. Блядь, я не успел сфоткать. Была, сука, была, вот здесь стояла, вот здесь. Вот здесь стояла. Блин, не успели снять ее на камеру. Чёрт. А почему никакой реакции? Хорошо, я МП возьму. Какая-то бабка. А бабка опять с серпом? Угу. Ну не серпом. А серп потеряла уже, да? Кэрол. Воу! Кэрол, Кэрол. О, блядь. Я присела. По-моему, только что какая-то вещь пролетела или мне показалось. Дай нам знак. Дай нам знак. Курва. Дай нам знак. Дай нам знак. У меня на рации тишина вообще. Кэрол Робинсон, дай нам знак. То есть она не общается? Uh-uh. Общается, почему? Воду включала же. Нет, имею имеется в виду через рацию. А, это... Как улику, чтобы записать. Так должен говорить тот, у кого рация, а не я. Надо пойти, взять... Надо пойти взять камеры. На, возьми рацию. Надо пойти, надо прийти. Надо пойти взять. Возьми. Сейчас, секунду. Давай. Наш товарищ идти не хочет. Кто из вас со мной пойдет? Кэрол Робинсон, дай нам знак. Как тебя нет зовут, ответа. Там, сколько тебе сколько лет? Тебе как лет? Тебя, как зовут? Тебя зовут? Кэрол Робинсон, как тебя зовут? Молодец. Блядь, ну может ей другое имя дали при рождении? Ну так, Кэрол Робинсон. Давайте камеру пойду возьму хотя бы, что ли? Слушай, ну это же вопрос. Он есть реально? Как тебя зовут? Да, как... она вчера говорили, отвечала. Что она отвечает, сегодня не отвечает, курва какая-то. А, так мы на выходе прям, блядь. Да. Где у нас тут выход? А, вот. Курва. Выход там, где вход сзади. Серьезно? Уверен? Да. Вот спасибо. Я камеру взял. Возьмите еще одну камеру. Я возьму, давай, может, я благовоние возьму. Так, это положим, что такое, датчик или что? Что за пиписки вот эти лежат? Так, Жень, смотри, я взял штатив. Бери камеру, пошли. Я а взял зачем? Камеру уже, давай. Подожди, а благовоние молодец, никто не взял? А, взяли. Классный диалог, блядь, молодец. Найти доказательство присутствия мы сделали. Ой-ой-ой, ребятки, а у нее сейчас была активность. А мы пассивные. Распятие. Слушайте, я взяла на всякий случай благовоние. А, ну благовоние нафиг надо, да? Лосары. Ты там наблаговонила уже? Да, наблаговоние. А я все равно с ним полная дичь получается. Смотри, ладно, я думаю, мы здесь давай поставим. Давай, нет, давай. Тут? Она же здесь, да, здесь стояла, она вон на той тумбе, возле этой тумбы. Как ставить? Тумба, тумба. Ну, сейчас. Предположим. Давай, его ставим. На тот выход, да, давай. Камеру сейчас. Как там крутить, на Q, на E, да? Нет. Так, нет, на левой мишкой, на правой мишкой. Что за тупое управление, ладно. Блин, я хочу фонарь пойти взять. У меня не крутится. У тебя такие заплатки на жопе забавные. Как давай. Крутить-то? У меня не крутится. Как левая крутить? Кнопка мыши, правая. Не крутит он ее, на штативе вообще не крутит. Одной крути. А, на штативе? На штативе. Надо тебе штатив переставить. Сейчас я, подожди, поставлю. Так, я лучше возьму фонарь получше. Активничает. Пассивничает сейчас. Я еще одну камеру на всякий случай взяла. Ребят, дверь заперта! Десятка! Вот, я поставил камеру, смотри, как она тебе снимает. Я смотрю. Зеленая должна быть. Зеленая лампочка. Да, переключайте, она иногда глючит, эта лампочка. Кэрол. Так, поставь, Женя, у тебя красная. Не зови ее, она атака-атака. Так мы хотим снять ее. Учтите, у вас на голове же есть еще камера, я же могу вас видеть. А почему... А... Угу, понятно. Так, мне надо зеленую лампочку или красную все-таки? Зеленая. Ядрить, как она это. О, моргает свет, но я ауры не вижу. На, держи. Переставь штатив, что ли, или как там это дело? А, вот. Зачем переставлять штатив? А, ты именно так хочешь? С камерой уже поставь? Ставь, нормально. Вот так, вот она там была. Все, погнали. Пошли. Ну я вас не вижу. Сразу фотку фотканем. 17 камер ей. Ага, вижу, вы же еще на голове у вас камеры. Я вас не вижу. У нас 17 камер, но я вас не найду. Но я вас не вижу, да. Товарищ... А, все, закончилась атака. Жопа. Мы еще сами ушатаем эту суку. Кэрол, сколько тебе лет? Курва. А, я вас вижу. Много. Ошибись. Свет не выключает.
А, то есть везде света нет, а тут свет горит какого-то хера, да? Так свет везде есть. Почему? Надо пойти его включить. Кэрол, это твое любимое место? Ты прачкой была в той жизни? Сейчас поищу свет, и вот. А, моргает. Ух, андехо. О, моргает. Оу, заперло. А, блядь, Женек, беги, где она? О, да, 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 вот она, где? Курва, 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 бросаю распятие, пошла в жопу. Она убила меня! Тебя убила? Да, а вот распятие, я бросил распятие, так что лосы спят тунца. Хуяно ты бросил, не понравилось, она, видимо, не верит Богу. О, тебя душат, зашибись, нифига себе. А мы только что... Зашибись, блядь, контент, да? Мы только что перед нашим носом закрылась. Вы только что лишились, блядь, важного, ценного напарника. А Женя, надо сфоткать труп Олега, чтобы страховку получить. Давай сфоткаю труп Олега. Заживем. Сфоткай труп Олега, заживем, блядь, на страховку. А... Она тут? Даша, ты не видишь ее на камерах? Я вот смотрю, может быть, аура будет, потому что вообще никаких признаков. Я просто признаков. Хочу фоткануть ее хотя бы, чтобы бабки-то дали. А ты вы ее... Так я сфоткал, сфоткал уже, у меня же фотка есть. А, да? Хорошо. По-моему, а я сейчас в журнале смотри, надо посмотреть. По журналу, да, посмотрите, кстати. Ой, да, тень есть ее. Но она не, это, не, она не пишется, что это она. Это не тень, это санина на стене просто. Спасибо. Санина на стене. Что, Женя, ну это протекало сверху. Нет, там есть, почему-то просто не указалось, что это ты. Что это призрак, оно не указано. Спасибо, то есть санина на стене, это не я, не указалось, да? Нет, там нету фотки ее. Слушайте, а ничего нет, вообще никаких. Вы не туда пошли, господа, вы не в то крыло. Опять десятка была только что. Я просто по камерам ее пытаюсь найти. Давайте на семерку лучше перейдем. А, узконаправленный юмор. Да. Шутеечка детекторна. У тебя забавный, у тебя, Дашка, смех немножко на пеликана похож. Да, знаешь? Ты уже говоришь, что я три года, по-моему, подряд. Ну, мало ли, кто-то не знал, может. А вот Женя не в курсе был, вот теперь знает. Ну, Жень, будешь знать. А, я вот думаю... А, ребяточки, восьмерочка, восьмерочка. А вы разделились зря. Это кто? Вам всем придет смерть. Ты хотел сказать другое слово, но да. Купен сказал, да, вам всем придет хотел, смерть. Да, вам да. Всем слушайте, хотел ну сказать... я прощелкиваю. Да, да. Я прощелкиваю, но нет ни ауры, ни хрена. Так, в итоге есть что у нас есть? Мертвый я. Нет ни хрена, ни хрена. Так, записи в блокноте нету у нас, минусовки не было, МП только и все, ну зашибись. Что в блокноте написалось, сучка? Ничего. А где блокнот? Нет блокнота. Вот, на полу лежит. На полу там валялся. А лежанцы, ты же можешь ее видеть. Нет, я не в туалете, я хожу в коридоре. Я могу ее видеть. И ты знаешь, палить? А он не палит ее. Он не палит, он вчера тоже так прикалывался. Я не палю. Не буду палить, где она. Я не буду вам палить ее. Пусть для вас это будет сюрприз. Ну я вам скажу, что я камеры все прощелкала, никаких огоньков, ни хренашеньки. Давайте этот самый, от противного. МП был. От меня отходите. Что-что? От противного. А? Наш друг что-то сказал. А почему здесь тарелки в воздухе висят, объясните мне. С фоткой. Кого? Тарелки в воздухе, это аномалия. А, хорошо. Допустим. Странно, что я услышала, как ты фоткаешь. Это я аномалия. Тоже услышал. С того мира я ж слышу фотки. Молодец. Ребятки, у вас восьмерка. Хорошо. Тиктогер. Тиктогер. Так, я бы хотела просто вас Света найти. Света нет, да? Света нет. Ой, я... мигает Васька, но сейчас ребята, она ко мне да, придет. Десяточка, о, десяточка. О, Курва, ты где? Сучку. Курва. А ну-ка, хочу сфоткать тебя, где ты? Ого-го-го. Возле Жени? Ого. Наверное. О, свет моргает. О, здравствуй, бабуля. Подожди, не беги, не беги. Ты мне говоришь, или кому? Нет, это я ей говорю. Она так прикольно плечиками делает. Бабушкнома. Намек понятен. Бабулькнома. А тут никого нет, бабуль. Не, ребят. На нарах никто не спит. Не, ребят, вообще ничего. Я вижу моргающий свет. Она как этот, блядь, рэпер этот. Пури. Я пури. Она реально так делает. Точно как эти современные рэперы. Отплачивалась, все. Все, она отошла. Она, знаешь, куда заходила? Я могу только сказать, в какую комнату она заходила. А Жень, а что в итоге-то? Далеко вообще ушел? Я в большой аудитории какой-то. А ты не хочешь к нам вернуться? Вообще хотелось бы. Это, походу, ее комната. Тут она спала. А ты уже понял, где кто находится, да? Да, я понял, потому что она сюда заходила. Ну, сейчас я приду в начало, что? Хотите, я приду в начало? Давай в начало, надо разобраться, что... Да не с чем, она никаких знаков не дает. Что разбираться? Что ей сказать? О, блин, тарелки летающие. Есть призраки, которых злит, когда ты их по имени называешь. Да. Есть те, которые злятся на маты. Есть те, которые... А, ты пришел? Да. Но это никак не отметить в дневнике. Не любит мат. Не любит мат. Любит мат.
Смотри, давай... Смотри-ка, минусовая температура не было. Запись в блокноте не было. Призрачный огонек я не видела. Отпечатки... Наш товарищ ходил с фиолетовым, я не знаю. Радиоприемник она не отвечала? Не-а. Все. Тише-то гладь. Все. Может, отпечатки? Фантом, Банши, Джин, Ревенант, Тень, Они. Выбирай, кого хочешь. Давайте придумаем. Спросить надо у нашего товарища, надо спросить, были ли отпечатки, потому что он мне... Ну, я распятие им отогнал, походу, да? Ну-ка, остановить призрака при помощи распятия. Так я же бросил под ноги, и чё, в чем проблема? А ты, значит, она не среагировала. Курва. Я думаю, это фантом. Почему? Это фотка. Ну, потому что, мне кажется, это фантом. Тебе просто кажется? Просто потому что тебя убили? Зашибись, аргумент. Я не знаю. Хотим закончить катку, Васкиного быстрее. Ой, что-то тут это самое совсем. А, надо спросить сейчас вот наш товарищ. Нет света. Были отпечатки призрака или не было? Не было отпечатков. Не было отпечатков. Зашибись. Так слушайте, я ничего не было. Послушай меня, призрачный огонек и минусовая температура в ее комнате. Но не было минусовой температуры. Я так хочу думать. Ну, давай. Просто ты все подгоняешь под фантома, да? Под себя подгоняю, да как мне хочется, блин. Ну, фантом, получается, по Олежиковскому фантом. По Олежиковскому. Я не знаю, может быть, и была минус температура. По Олежиковскому фантом. Поехали, хули вы ходите, поехали, все. Получите просто меньше. Ну, дай хоть зайти-то, дай, подожди, дайте обратно зайти. Минус температура. Я поехал, до свидания. Ну, минус... Подожди, алло, гараж. Не было, подожди, так мы еще не вписали. Ну, побежал. А может быть это... Гараж. Подождите, а почему это не этот самый, например... А, это демон. Никто. Вообще не может быть. Не может быть демон. Фантом. Активность на четверке, будьте готовы. Подождите, я фантома посмотрю, сейчас почитаю. Призрак, способный вселяться в живых людей, обычно появляется в результате неосторожного использования доски Уиджи. Ага, фонари замигали, мазафакинс. Опа, вижу. Заметно снижает ваш уровень рассудка. Кстати, надо посмотреть, что по рассудку, ребят. Ой, десяточка. Алло. Я рекомендую вам ее Жень, хотя бы сфоткать. Жень, у тебя 12. Чтобы получить хотя бы 12-13. А где она? Скажите, я фоткану хотя бы, что ли. Если вам удастся сфотографировать ее, то она на время исчезнет. Да, где она вот? Найди. Смотри, заходишь в фойе, главное, идешь направо вот сюда. Вот. Я в фойе. Вы что-то тут нафоткали? Иду направо. Призрачный огонек. Алло, ты где, Кэрол? Ну, не знаю, Кэрол, фантом. Кэрол. Опять здесь же, где камера, что ли, стоит? Тут же она, нету ее здесь. Нет, там, где камера, я не вижу. Моргает свет, какая-то странная. Вижу. Она какая-то странная баба. Не летает ничего. Да. Все, ушла, слилась. Я умер здесь, она тут была вот. Ага. Огонька я не вижу. Не-а. Это твой фонарь, Олежиковский фонарь валяется вот. Нет, я имею в виду... Олежиковский фонарь. Слушай, а, ребята, а камера сама может переключаться? Куда? Ну, камера мне только что перещелкнула. А, это ты переключаешь ее? Здравствуй, Олег, как дела? А, так это Олег играется, переключает камеры. Ну, да. Я не могу ничего делать. Он не может активировать ничего. Тогда почему камера у меня была на одной, потом переключается? Ну, потому что это Кэрол. Это Кэрол, это... Да. Правильно, поставь треногу мне на лицо, давай. Ребята, у вас рассудок почти умер. Карапетр, у него 5%, то есть он сейчас умрет. Карапетр. Возвращайтесь. Замигала. Десятка. Десяточка, ребята, десяточка. Нифига нет. Вообще. Значит, ну, я ее видел, она на видосе прям четко есть. Че ты сфоткал? Зачем ты сфоткал? Ну, я думаю, вдруг она попадется ко мне в этот. Случайно, да? В объектив, да. Папарацци. Вы царапаетесь, Мира, да? Царапаетесь ко мне. Слушай, поагрите, ребята, поагрите ее. Может, она сейчас придет в эту центральную? Кэрол. Надо поорать пойти, да. Кэрол Робинсон. Кэрол. Там с новым патчем она типа русский мат понимает. Кэрол Робинсон. У Карапетра 5. Возьмите, у вас эти, блядь, успокоительные. Успокоительные, да. Скажи челу, возьмите, выпейте успокоительные. Да, они же пройти должны. Вы же по пятёре. Бери. Сейчас, подожди. У Карапетра вообще ноль, блядь. Куда? Выбирайте фантома и едьте. Фантом. Хорошо. Допустим, но тут фантом. Не фантом. Давай, поехали, в общем. Фантом. Ой, не знаю, ребят. Фантонома. Думаю, что не фантом. Фантонома. Чё-то я стремаюсь, но не уверена. Чё-то я стремаю. Сейчас увидишь, это господин фантом. Ревенант. Это Ревенант. Прочитали, у меня черный экран. Ну, у нас быстрее подгрузилось. Я получил 86 долларов. Да, 20 бачей. Печалечка. Лиза Миллер.
Лиза. Лиза Миллер. Милла. Грязная вода. Грязная. Ну, обычно, а, Лиза Миллер грязная, ты есть вода. Есть время, есть Миллер. А, ой, так. Я бы съела сейчас. Что там еще надо? Так, смотрите, нужно датчик движения, грязная вода, температура, угу. Тип призрака. А где у нас фотоаппарат? Этот... Фотоаппарат. О, мой любимый дом. Фотоаппарат. Так, надо взять, ребята... Ой, начинается кринжа. Возьмите кто-то штатив. А что так много всего? Ну так мы топовый шмот завезли, что? О, все, поехали. Бери термометр, а я что возьму? Налобный фонарик возьмите. Призрак помощи датчика. А, датчик движения надо расставить. Возьми камеру, камеру возьми. Ребята, а что это у меня уже моргало что-то? Камера, Женя, возьми камеру. Take the camera, please. Камера, Женя, возьми камеру. Уж свет надо включить. Слушайте, а кто-то смотрел? Тут 14. А тут 13. Слушайте. 13 смелых ребят. На проекте фосмофобия. Ребят, а кто-то посмотрел, сколько у нас минут? Опять 2 минуты у нас есть. Так я дверь открою. Да. Алло. Ребята, а тут дверь закрыта. Камеру я поставил. Я в подвале проверяю. А зачем ты поставил? Камеры надо ставить только там, где призрак. А вдруг? О, доска Луиджи здесь. Луиджи ты нашел? Что надо с ней делать? Надо поболтать. Сфоткай ее. Сейчас я возьму еще один фотик. Тут доска Луиджи. Я беру еще один фотик. В подвале. В подвале доска. Свет. Ты в подвале. Слушай, а что тут свет не включается-то, алло? Ты сейчас меня типа прокривлял, что ли? Я не понял. Нет, ты прорепел просто на фоне. Просто прорепели, да, я поэтому. А что тут свет не включается, алло, где свет? О, ты ее зажег, нихуя себе. Даша, красный, зеленый должна быть. Зеленая, подожди, но тут нет смысла ставить, тут температура-то нормальная. Я сейчас несколько камер везде понаставлю, дальше будем смотреть. А, то есть ты решил, раз мы сляпнем зеленый... Свет! Озарил мою шальную душу. Бред. Сфоткали? Наполняет ролики наши. А вы, ребят, вы не сфоткали. Она не числится как доска, поэтому сфотографируйте нормально. Она не числится как доска. Так сфотографируйте нормально. Нормально, сфоткайте. Где? Нормально сфоткали. А где? Наверху? Наверху? Страшно. А как звали эту сучку? Лиза. А, Лиза. Наверху, ребят, наверх. Сейчас идем, проверяем просто. На втором этаже гудит. Да, давайте немножко света выключим, а то многовато, по-моему, не? Нет. Гудит. Ой, это что? А, это ключ, я думаю, это Тамагочи. Так, заходим. 13, 17. Лизка, мы где-то близко. Лиза Мюллер. Не бери свою киску. Покажи мне Лизка. Тут? 16. Тут и там. 15. Нет. 14. Лиза, минус 2, здесь. Вот тут, где? Вот комната. Минус? Вот. Да, минус тут 4. Отрицательно. Я брошу дневник. Включите свет, кто-то твою ж налево. Дай дневник положу. Бросай на кровать. Нельзя бросать, надо же положить. Ну положи на кровать. Воу, четверка! Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Четверка. А кто-то брал фоткать ее чем-нибудь? Нафига вы термометр? А ее фоткать не надо вообще. Ну на всякий случай, а за фотку тебе бабки дадут. Вот камеры-то я расставил. Ребят, ну не пятерка, поэтому ЭДС можете... Да нормально, она только начала активничать. А где ты камеру поставил? Женя, зачем ты... Я в той комнате, где она. А, хорошо. Я везде сейчас поставлю камеры. Так, спокуха. Я датчик бросаю. Без паники, все вожили. Это Грув Стрит, смотри, вон там дома как на Грув Стрит. Похоже, надо только слушать. Слушайте, ну ничего не сфоткали, что вы пофоткали? Пола, что? Датчик движения надо все брать или что из этого надо брать? Из трех что брать надо? Бери все. Минусовую температуру вписывайте. Носовую или минусовую? Минусовую. Назальную. Тихо, подождите, я ничего... А она уже начала активничать. Назальчик. На маленький назальчик. А вы поставили в ее комнате? В ее комнате не наставили. Поставили, еще я поставил камеру, я же говорил уже. Это вот это надо, вот это датчик движения или что это? Что за это, Саня, вот это вот? Соня! Оно? Что это, Соня? Соня! Слушайте, ну вы поставили вообще в рандомных комнатах, а в ее комнате вы не поставили. А где комната? А, вот эта комната была. Фотик с полки. Ребята, пипикает? Пипикает. Вот датчик движения. А зачем два рядом? Десятка активность. В коридоре. Поставь коридоре датчик движения. Ребята, а вы в комнате все-таки поставили на штатив? Потому что очень фигово видно. Мы, да, поставили на штатив. Мы... Чего вы закринжевались-то? Мы, кстати, обнаружили призрака при помощи датчика движения. Все, цель готова. Температура есть. Грязную воду, ребят. Фотканите грязную воду, плес.
Посвети-ка, где ультрафиолет? Я взяла ультрафиолет. Я это так уже делала. Подождите, а, взял уже. Так, тут на втором туалете нет воды. Я взяла. На втором туалете. Так. Ой, начинается кринжа. Она в дневнике ничего не писала? В туалете нет воды. Она ничего не писала? Дверь скрипела. Дверь скрипела у меня. А зачем ты дверь закрыл? Вот нет, такая вот... А кто закрыл? Отпечаток есть! Вот они, отпечатки на двери. Так, есть отпечаток. Нифига, да. На окне. Нет, Саня! Саня! Отпечаток! Сейчас, минусовка есть, мираж, банши. Мираж или банши? У нас, значит, минусовая температура, есть отпечатки. И все. А журнал? А в дневнике что, написала она? Я пойду посмотрю. Лиза, дай нам знак. Надо. Слушайте, по фамилии пипикает. Еще. Лиза, ну, а Миллер. Что, обязательно фамилию читать надо? Ну да. Но она подумает к другой Лизе. Ну а пухла, что ли? Так, сколько банши почти? Или мираж? Давайте читать. Что ты взял, что она пухла? Отпечатки вы сфоткали. Пухла, что ли? А пухла? Ребят, вы Уиджи так и не сфотографировали. Лиза Миллер, дай нам знак. Мираж или банши? О, она моргнула, моргнула. Но МП не было. Ну, моргнула только что лампа. Радиоприемник. Проверьте радиоприемник. Лиза Миллер, напиши в блокноте. Скорее всего, радио... Еще одну камеру поставил. И закрылся, блядь, в туалете. Заебись, я даже не успел зайти туда. Тут есть два варианта. Либо должно быть МП давать... А что ты сел в угол? Пятерку, либо должен быть радиоприемник. Ребят, у вас есть либо то, либо то? Что тебе надо? Радиоприемник есть? Нет, не взяли. Сейчас принесет товарищ к вам. Я смотрю... А, аура вообще плевать. Так, радиоприемник. И оба нам, и оба мои, да? А грязной воды, ребят, не было грязной воды? Грязной нет воды пока. Не было. А датчик ЭДС валяется наверху, в комнате, где она была. ЭДС у меня. Что-то пикает. Да это пикает, да. Заходишь, пикает что-то. Не пойми, что пикает. Это эти датчики движения же. Ты заходишь, а там не пойми, что пикает, блядь. Ребята, я не слышу нашего товарища. Ну, прибавь его в опции. Раз, пятие, два, пятие, нет? Три, пятие, это уже была шутка, да? Да, но она такая забавная, хочется. А что, вы все свалили? Куда? Все дома. Ушли? Опа, блядь. Опа-па, я иду дверь держать. Была собака. Что, где? Я дверь держу. А, это моя камера. Держи дверь. Возьмите распятие, пожалуйста, а то страшно. Распятие возьмите. Ай, Васька, ты что, дай-ка? Потому что они нам помогут, если что, их нужно там разложить. Пошли распятие разложим. Идем. Господь раз пятие, два пятие, три пятие. Мои любимые грешнички, давайте возьмем. Берите, опять да. Шутки пошли, окей. Давайте, слушайте, блин, я бы бросила туда эту штуку. Ты понял, Олег, как ее зажигать? Штуку благовоние. Бросила бы туда, благовоние, конечно. Да. Как, расскажи, пожалуйста. Возьми зажигалочку, возьми благовоние, нажми на благовоние правой кнопкой, оно зажжется, все. А. 0,7, 0,7,5, 0 звук, что-то. Второй крест кто-то взял? Ребят, ну... Нет, да нет, нет. Чего сказал? А, не понял. Да ну нету ладно. Второго креста, где? Десятка, а, 0,3,0, у меня 0,3,0, 0,1,5. Я взял, все, я пошел избегать. 0,3. Бип-бип-бип. Поднимайся, а куда ты пошел? Пошли в комнату наверх. Как ее зовут? Лиза... Лиза Симпсон, Миллер. Блядь, да? Да, Лиза Симпсон. Налево, Лиза, налево. Лиза Миллер, дай нам знак. Дашь нам знак, блядь, нет? Сучка. Слушай, а что-то у меня не работает. Не работает? Кто у тебя не работает? Ну, не поджигается. Не... Так, куда? Подвали, может? Там, по-моему, надо... О, зажгла. О, зажгла. Там, по-моему, надо то ли... Я его швырнула туда. Пусть лежит. А ты уверена, что она здесь? Да, она здесь. Блять, я ж на... Смотри, я на кровать залез, аж смотри. I show yourself, bitch. Так, я сфоткаю, если что, я. Show yourself, show... Пойдите воду на кухне проверьте. Жень, проверь воду внизу. Сейчас проверим. Вода цвета кринжи. Минжа. Призрак иногда там появляется, ну хорошо. Housefly Protector. Лиза Миллер, я на твоей кровати. Прыгаю. Она ж теперь, может Лиза быть... Миллер, you're here? Его было очень плохо слышно. О, Лиза тут! Миллер! Блять, я слышу! Она рычит! Она рычит! Или это Женя? Нет. Блядь. Радиоприемник у него. Вот я сижу, вот это мираж, это мираж, это мираж. Написано B плюс A. Brain плюс A.
B плюс A. А, Spirit Box. Лиза Миллер, дай нам свет знак. Свет абзац, свет абзац, я пошел включать. Лиза Миллер, а кто дневник двинул? Никто. Она сама. Блять, она, блять, она тут, есть. Пятерка ЭДС. Есть фото, есть фото, есть фото, есть фото. Нормально. Отлично. Есть фото. Пошел свет включать. Давай быстрее, пищит же. Включи видео. До свидания. Свет включать и готово. Да, давай. Врубай, Женек. Врубил, это Мираж. Ух ты ж. Мираж получается, да? Бля, там датчик горит, свет. Смотри, датчик движения работает. Правильно, она там ходит. Датчик работает, она там получается, да? Ну да, да, да. А было 5 лампочек на датчике? Было, было, было. Лампочки, да. Я еще считал, блядь. Щитовод хули, что? Да, были. Было же, было, было, было. Нормально. А, были, ну тогда все, убегаем, пока нас не закрыли. Тогда это Банши. Так ты же говорил, Мираж. Ну, у меня Мираж был. Это Банши. Почему Банши? Я что-то не понял. Подожди, а почему Банши? Потому что, смотри, ЕДР-ка была опять в этих... Отпечатки, да, точная температура. Ну? Отпечатки, минусовка и... Призрака мы сфоткали, да? А вон она, баба опять. Баншка, баншка. Так что было еще раз? Отпечатки. ЭДР-5. Отпечатки, минусовка и МП. Все. Го-го. Банши. Го-го. Да, значит, банши получается. Ну, а там призрак по второму этажу ходит. Он, получается, в толчке, он ходит туда-сюда, потому что там датчик срабатывает. А, вот тут и наши датчики, да, вон они. Слушайте, а ее не видно вот по камерам? Да включите. Да я пытаюсь, тут же все стали щелкать. Не, не так. Мышка, как вот в тут, компьютерном вот тут, клубе, да. Блядь. Все да, вот тут ее не видно? Заебца, блядь. Тут должна все, была быть. Все, выбрали, все банши. Ага, можно ехать. Сейчас я пошел мотор заводить. Давай, давай заводи. Ну-ка. Трогайся с нейтралки, давай, поехали. Трогай, шеф. Блин. Сейчас опять у меня черный экран, конечно, будет, а вы все будете уже... Как обычно, кринжеваете. Ну, это нормально, у вас это кринжа в крови. Банши! О, 50 долларов. Это банши! 50 бочанок! За сложность еще, ребят. Нам еще полтосик набросили за сложность. Ну, все, ребят. У меня средняя открылась, да. Неплохо. Я думаю, что остальные мы уже в следующей серии, да, пойдем? Да, обязательно. Все, всем покусики. Всего хорошего, пока. Пока-пока-пока. Пока. The sky was falling.